Ну что ж, и всем привет, с вами Мэйдж Софт Сим, и сегодня мы продолжаем проходить игру Black Mesa. Ой, какой Black Mesa-то? Half-Life 2. Ну что ж, мы, собственно, вроде спрыгнули вон с той вот дамбы, вон оттуда, вон, самой верхушки. И продолжаем наше путешествие на катере. Честно говоря, мы уже что-то долго на нем путешествуем. Как я уже сказал в предыдущей части, мне почему-то казалось, что наше путешествие с катером будет покороче. Но что-то как-то нет, видимо. Видимо, все очень долго. Так, и что мне делать? Я не понимаю, у меня вход-то есть хоть человеческий? Я вот его не вижу. Лесенку бы. О, вижу лесенку. Представляй себе изумление и облегчение Элая. В смысле быстро? Я чуть не затрахался, я е... доктор Мосман, хоть Джудит Мосман. на Я этой слышала о вас задолго лодке. до инцидента с Черной Мезой. Это обязательно? А, Черная Меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в дни их величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Светофор вы тут примостячили как раз прям к месту. Он мне не простит, если я вас задержу. Да, я посмотрю, что у вас тут было. Да у вас тут ничего интересного. Ой, я не могу это пройти. Это выше меня. Подожди, женщина. Ага, с моим опытом ломать миры. Ась. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Илай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Чё? Ват? Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Не волнуйся, женщина, я не пролью ни слова, пока ты мне все втираешь. Я молчу. Хотя мне уже хочется тебя убить. Ага, и вортигонтов я смотрю. Почему вы сдружились с вортигонтами, мне интересно? Илай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон, да, валялся там случайно. А ты бегун, я как посмотрю, да? Не изменился. Как тебе это удается? Хер его знает. В последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не Черная Меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в Черной Мезе. Твоя... Ага. Ща кристалл засуну, главный реактор. Защитный костюм, не, в родной нет, нет, нет. Я тут закончу и посмотрю, что тут я не доверяю вашему лабораторному халату. А? Это огромная честь для меня. А, да, не обращайте на меня внимания. Я просто здесь мебель. Чувствую себя как дома. Уже не поверишь. Что ты туда всунул? Она ломается? Это может привести к коллапсу мировому? Тогда это не мое явно. Вы на меня теперь внимание обращаете, что ли? Чё за игнор, я не понял, э?
Меня игнорят. Там кто-то стучится, по-моему. Это я хожу? Это я хожу. Я мастер в открытии дверей. О, Гордон, Вортигон, ты сказали, что ты уже здесь. Ты еще и с Вортигонтами общаешься. Я тебя трогать не буду даже из-за этого. Он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон. После слова «он побил твой рекорд» ощущение, что она полгода добиралась до суда. Дрс. Я вам не мешаю? Отстань от меня. Не очень-то удобно, ну ладно. Куда ты пришла? На что? Че это? Это тот самый кристалл, что ли, который я засунул? Да вы гоните. Я могу сделать все снова. Я могу все сломать. Че ты там делаешь? Почему ты думаешь, что именно там поломка, женщина? Тебе не доверяю. Почему меня все игнорят? Я здесь лишний. Выпустите меня. Почти заставили этот портал заработать. Но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще одного пробного запуска. Да нет, конечно, я люблю миры ломать. Поехали. Как-то интересно. Узел. Лучевой поток, а? Там оно было как-то... А, мне надо было нажать, да? А что-то сломал опять. Алекс, а я-то думала, ты на посту. Господи, что вы тут все делаете? Чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса. Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Что все трындите? Я тут... Ой. Мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Подождите, я пытаюсь понять, как эту хрен... Да подожди ты. А это тогда зачем? Энергополе нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Да, пошли отсюда. Фу, эти взрослые разговоры вообще. Как эта хрень работает? У меня ничего не получается. До скорого, Гордон. По-моему, я сейчас что-то сломаю, нет? Да блин, насрать вообще. Красиво. Луч вообще не меняет свое положение. Почему ее зовут Алекс, а не Алекс? Куда она ушла такая, вам лучше пойти с Алекс. Ну охренеть. Ну чё, меня на тебя бросили. Чё делать будем? Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Окей. Я не должна сплетничать за ее спиной. Нет, конечно. Ты несешь какую-то дичь. Мы чем-нибудь дельным заниматься будем, я надеюсь? По ней давно никто не ходил. Ну и мы не пойдем. Чуть дурак, что ли? Если никто не ходит, я-то зачем туда пойду? Пошли. Знаешь, когда я был маленький, Алекс, мне казалось, ты привлекательнее, чем сейчас. Сейчас я понимаю, что что-то я попутал, по-моему, маленько. Хочешь, я тебя просканирую? Блин, у меня ничего не получается. Хотел было сказать, что мы только пришли, я уже выхожу. Но оказалось, это другое место. Вот мы и пришли. Это свалка. Класс! Ты любишь по-грязному, да, я смотрю? А есть почище место какое-нибудь, нет? Фу, господи, я-то думал. Я ничего не хочу никому там. Я хочу ломать. Ты так эротично ее держишь, я прям не знаю, забирать. Рычаг выбрасывает разряд, и можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования.
Пыщ! Старым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. Че? Куда бросить? Ну я так уже делал, не? Ха, бросить-то надо. Еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Что-то не получилось, по-моему. А, это нормально, да? Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Что? Как? Что, издеваешься надо мной? Они все лежат, я не умею их крутить-то. Вроде бы. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. Короче, лучше так. Это хорошо, что я их еще не убил. Ой, не разломал. Радуй! Он очень плохо ломает ящики. Грейпушка говно. Алекс? Алекс. Алекс. Да, я позову пса. Он любит команду апорт. Зови. Пес, ко мне. Такой маленький. Бдыщ больше человека. Хороший песик. Гордон, это пес. Мой ага. Отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Он тебя не убил случайно? Я его немного нарастила, да, песик? Нарастила. Поиграй с Гордоном. Чё, у тебя странные компоненты? Да я его не могу притянуть. Пес бросай. Мы так не договаривались. Чё за херь? Да я ему бросать должен, он же команду апорт выполняет. Пшёл вон! Бросай ещё, пёс. Я не понимаю, мы во фрисби играем, что ли? Отлично. Еще раз, пес. А он не может использовать уже нужные, ой, уже выпавшие вещи, да? Он тупой? Он у тебя тупой! Буратино был тупой! Пес, принеси мячик. Если это... Чё ж там за мячик? Ой, господи. Ты чё, с ума сошёл? Это... Хераси у тебя мячик. Это же барабан, а стиральная машина, нет? Хрена, у тебя тоже гравипушка есть? И где из них? А, вон мячик. Апорт! Не? Не так работает, да? И барабан тебе от стиральной машины вдогонку. Беги, апорт. Чё такой тупой-то? А как же в зубах принести? Странный ты какой-то. Чё это вообще за хрень? Ей от меня что-то надо. А это нездоровая хрень. Мне надо прям вообще вот чуть-чуть по... Да, да! Да! Ты мне весь кайф... А если вот так? Да что ж такое-то? Что я ему игрушку вернул? Ой, так тут еще открытый воздух.
Пес, подожди, за тобой. Пес, ко мне. Папа, это Алекс, как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны... Папа? Уводите. Становится любопытно. Не идите через раф. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз! Вытащи нас отсюда! Давай, быстрее! Возьми ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Хера себе! Песик, ничего, у тебя моща. Можно мне пройти, пожалуйста? Спасибо. Да я не могу пройти. Я почему-то разворачиваюсь. Ошалеть. Силушка-то. Пес. Пес сердится. Тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес. Проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Мне сказали не идти через Рейвхольмский туннель. Рейвхольмский туннель. Ну, короче, не идти через него. А ты умен не по годам. Со мной пойдешь? Да ну вас всех нахрен, бесите вы меня вообще. Взяли, выкинули. Попользовались и забыли. Я, между прочим, тот самый, который мир сломал. Хотел бы я сказать, что я его спас, но нет. Я делал только всякую дикость. Это кто? Это что-то неживое. Ой, господи. Чё это за хрень? А что-то ничего не делает. И что делать? Не-не-не. Это уж излишне. Может, оно всплывет? Когда я от этого избавлюсь. Что-то не всплывает ни хрена, да? Алекс! Это весь проход, который вы... Для меня планировали? Ну, кажись, игра закончена, the end. Вот так вот, значит, да? То есть отпинывать мы его можем, а притягивать мы его не можем. И что вы мне предлагаете? Пихать вот это вот до лифтовой шахты, что ли? Я ж долбанусь. Еще и выровнять ее как-то надо ведь. Эта херня не выравнивается. Ну как-то так, по-моему, надежно. Нет? О, очень надежно. Ау-а-ах! Эля! Шкафчик, ты мне нужен, но там. Знаешь, тебя поставить на дыбы. Он меня убьет в итоге, этот шкафчик. Нет, не падай, не падай! Эй! Да не падай ты! О! Подождите. Тьфу, блин. Идиоту! Я молодец. Мы, говорит, не ищем легких путей, да? Я полез отсюда. Турель, чё? Не, нам турель не надо, не-не-не. Нихера не видать. Вот так вот.
Потусили, называется, немножечко. Пора и честь знать. Мы не ходим в Рейвенхольм. Я тоже не хожу в Рейвенхольм. Ну что, давайте, пожалуй, будем завершать данную серию. Никто не входит в Рейвенхольм, и я не пойду в Рейвенхольм. С вами был Вечер Син, это была игра Half-Life 2. Всем спасибо за просмотр и всем пока!